Где вы? Прошу, не забирайте моих детей. Открой глаза! Открой глаза! Открой глаза! Прошу, не забирайте моих детей! Как ваше самочувствие? Проблем со сном больше нет? Нет, есть. Хотя и до этого состояния я не спала хорошо. Состояние? Это называется беременность, и это слово можно произносить вслух. Помогите кто-нибудь! Что-то случилось. Можешь просто ехать? Ты что-то видела? Идите внутрь! От лауреата премии «Оскар» Сюзанны Бир. Что происходит? Люди описывают, что видят нечто, принимающее форму их самого большого страха. Боже мой! На что ты смотришь? Что ты там видишь? Да что с тобой? Прошу, остановись! Мы не можем оставаться. Любой контакт с внешним миром сулит нам лишь смерть. Твои дети заслуживают надежду. Каждое принятое мной решение ради них. Исчезли. Закрывайте глаза! Держитесь! Лауреат премии «Оскар» Сандра Беллок. Слушайте меня. Мы отправляемся в путешествие. Будет очень тяжело. Держись! Если услышите что-то в лесу, говорите мне. Если услышите что-то в воде, говорите мне. Ни при каких обстоятельствах не снимайте с глаз своих повязок. Слышала это? Существа. Нет! Птичий короб. Переведено и озвучено для iVideos. Смотрите на Netflix в декабре.